Фестиваль уличных видов спорта прошел в первомайские праздники на Театральной площади Краснодара. Он собрал более 300 спортсменов из Краснодарского края, Ставрополя, Ростова, Москвы, Грозного и Волгограда. Театральную площадь разделили на три зоны. Для трейсеров установили самый большой и не имеющий аналогов в России мобильный паркур-парк. Крупнейшую в Южном федеральном округе воркаут-площадку заняли уличные гимнасты. А неподалеку на бетонных блоках, покрышках и бревнах триалисты показали чудеса равновесия и управления велосипедом.